Привет, друзья! С вами Алекс из Литвы. И сегодня мы отправимся на шоу морских обитателей в дельфинарии Морского музея Клайпеды. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. На самом краю Курской косы, Клайпеде, находится дельфинарий. Популярен он не только у местных жителей, но и у туристов. А уж калининградцы и вовсе могут затеять поездку в Литву только ради него. Самым привлекательным и незабываемым для всех гостей остается посещение водного шоу в дельфинарии музея с участием черноморских дельфинов и морских львов. Также в дельфинарии живут морские котики и два калифорнийских тюленя, которых привезли из немецкого города Дайсбург. Дельфинарий в Клайпеде – единственный на побережье Восточной Балтики. Водные шоу проходят в самом большом центральном бассейне, где одновременно могут разместиться 1000 зрителей. Морские обитатели здесь не только танцуют, поют, рисуют, прыгают через обручи, но и тепло общаются со зрителями. Представление длится около получаса. Свет в зале гаснет, звучит медленная красивая музыка. Подсветки фонтанируют струи воды, настраивая зрителей на умиротворенное состязание. Общение с веселыми, дружелюбными и ласковыми животными заставляет любого человека забыть о проблемах и полностью погрузиться в состояние счастья. Поэтому здесь с помощью программ дельфинотерапии лечат людей с физическими и умственными недугами. Восторг начинается уже в холле. Через огромные аквариумные окна видно, как в бассейне играют дельфины. Они, кажется, рисуются, специально проплывая мимо людей. И вот, началось представление. Свет погас, зазвучала медленная музыка, обстановка медитативная и даже несколько убаюкивающая. Дельфины прыгали, танцевали, играли в баскетбол, катали людей и рисовали. И удивляли нас своей сообразительностью. Теплое время года, с начала мая до конца сентября, в уникальном комплексе «Солнечная бухта» – это бассейн под открытым небом с амфитеатром – проводятся различные мероприятия, праздники и выступления калифорнийских морских львов с программой. Здесь можно заказать индивидуальное выступление на день рождения ребенка или развлекательное ознакомительное занятие с дельфинами продолжительностью 30 минут. Дельфин мой друг. Посещение Клайпедского морского музея аквариума доставит настоящее удовольствие и детям, и родителям. Вся экспозиция музея – это волшебный и чарующий мир морских глубин, тайну которых человек познать не может до сих пор. We'll be right back.
и так, друзья. Спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жить на колокольчик и ставить палец вверх.